Сегодня глава Чувашии находится в Москве. Он принял участие в заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 550-летия основания города Чебоксары и столетия образования Чувашской автономной области. Там работает наша съемочная группа, и вот что они передают из столицы. Культурные мероприятия, крупные соревнования. Праздник должен получиться поистине масштабным. Впереди чуть больше 6 лет. За это время необходимо отреставрировать памятники культуры, здания театральных и концертных учреждений, построить и отремонтировать объекты спорта и здравоохранения. Об этом сегодня говорили на первом заседании оргкомитета по празднованию памятных дат, которое прошло в Министерстве культуры России. В составе оргкомитета министр культуры России Владимир Мединский, глава Чувашии Михаил Игнатьев, заместители федеральных министерств. Глава Чувашии ознакомился с основными показателями экономического и социального развития республики. Рассказал о мероприятиях международного масштаба, проводимых в Чувашии. В рамках празднования юбилейных дат мероприятия пройдут не только в столице, но и во всех муниципалитетах. Одним из центров празднования станет город Алатырь. Всего на подготовку и проведение юбилейных дат запланировано потратить 25 миллиардов рублей. 8 миллиардов из федерального бюджета, 9 из республиканского. Остальная сумма из внебюджетных источников. Надежда Яковлева, Андрей Шоклев, Москва.